Они молоды, энергичны и перспективны. Их оригинальные идеи и смелые решения открывают неведомые горизонты. Интеллектуальной площадкой в этот раз стал Новый Уренгой, где впервые прошел чемпионат по решению инженерной задачи. Данная сессия – это возможность заглянуть в будущее, предложить нестандартные решения, поскольку молодые специалисты еще не обременены опытом и смотрят только на свои силы, используют все возможные инструменты, чтобы предложить нестандартные решения. А уже эксперты должны их фильтровать и выбирать то, что можно на самом деле применить. Организатором выступил Совет молодых ученых и специалистов «Газпром добычи Ямбург». В чемпионате приняли участие 43 молодых работника из 11 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Руководители компании и приглашенные эксперты выступили в качестве членов жюри. Мы стараемся объективно оценивать каждую команду, но тем не менее команды более-менее равны. У всех очень высокий уровень подготовки, они все достаточно серьезно подготовились и дают развернутые ответы. На мой взгляд, это очень важная работа, как минимум для того, чтобы поднимать научную составляющую в дочернем обществе непосредственно Ямбурга и в других, соответственно, поскольку привлекаются молодые работники, которые максимально в этом заинтересованы. Тема кейса – разработка современных технико-технологических решений при освоении Чугаряхинского газового месторождения. Свои варианты представили и работники общества. Это Талип Мансуров, Артем Грушев, Егор Кухарев и Полина Ком. Наша команда очень разнообразная. Мы из разных подразделений. Это сыграло на руку. Это было очень интересно взаимодействовать. И получился такой комплексный подход. И решение задачи такое многогранное. Экспертная комиссия определила следующих призеров. Третье место заняла сборная «Энергия Сахалина», вторыми стали специалисты «Ачим Девелопмент», ну а победителем признана команда «Газпром добыча Ямбург». Поздравляем! Алмаз Абдельманов, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой, специально для ЯТВ.